Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
веков. Аминь. Просвети нас, повелини Твоими, Господи, чтобы все Твое лицо Твое Твоими подашь нам, человеку любящим. Буду помолим сердцем им. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Братья и сестры, приветствую вас, отец Паисий, отец Антоний. Наш сегодня праздник, он еще, как говорится, праздник его усиливается моментом, что пребывают святые мощи святых новомучеников и исповедников российских. Хотя преподобный Серафим жил больше, чем 100 лет некоторых современных наших исповедников Церкви Русской, но он нам очень близок. Он также близок по духу тем людям, которые в страшное время годины вот испытаний исповедовали веру нашего Господа Иисуса Христа. А исповедовать веру всегда очень легко и даже очень трудно. И порой исповедовать ее очень трудно в то время, когда это время кажется такое более благоприятное. Вот в то время, когда жил преподобный Серафим Саровский, нам бы казалось, что время очень плохое, хотя мы знаем, но как было трудно, что время также многим православным людям, и духовенству, и архиереям, и просто духовенству, было очень трудно, потому что надо было именно говорить о вере, исповедовать веру. А мы уже знаем, что дворянство, которое именно было пропитано духом уже совсем другим, мирским духом, духом Запада, который пришел в Россию, да, вот именно внешне они веру исповедовали, а вот именно быть истинными такими христианами, такого, конечно, было это не очень много, да. Но все-таки оно было. Мы знаем замечательные примеры русской интеллигенции, когда наши люди, именно, несмотря на проникнувший в Россию нигилизм и другие течения западные, все равно были истинными православными христианами. И укреплял их дух кто? Преподобный Серафим Саровский. Они к нему приезжали. А у него главная проповедь была какая? Говорить о воскресении Христове. Христос воскрес, радость моя. И все было сразу понятно. Его лицо сияло, потому что он не только вещал о воскрешенном Христе, он его еще исповедовал, поистине исповедовал, воскрешенного Христа. Он жил с этим, именно с воскрешенным Христом. Поэтому праздник сегодняшний, в память его преподобного Серафима Саровского, для вас, конечно, дорогие мои новониколаевцы, жители этого районного поселка, Новониколаевского, да, ваш праздник еще именно увеличивается тем, что сегодня присутствует вместе с нами и святые останки наших мучеников и исповедников. Поэтому я вас поздравляю с этим. Вот. Сегодня мы их провожаем, вот приехала делегация из Тамбовской митрополии, из Тамбовской епархии, вот с батюшкой-семинаристами, которые сейчас вот эти мощи и нашу, их можно сказать, совместную молитву передадут городу Тамбову и Тамбовской епархии. Прошу передать от нас тоже приветствие владыке Феодосию. Всем, кто будет молиться. Спасибо, Господи. Братья,
понимаю, что вам непросто. Мы сейчас вместе с вами помолимся, вы возьмете и уже совместно со всеми своими... Дорогу. Нужно в Берлинцу.